Всегда ли быть популярным и успешным значит быть счастливым? Или это лишь блеск мишуры? У тебя было такое чувство, будто ты в одну минуту потерял все. Слава и успех. Взлеты и падения. Найди другую певицу, Леонард. Ты же говорил, что станешь в Америке звездой. Любовь и ненависть. Папа не приехал. Отличный способ дать мне отворот-поворот. Нет, я не хотел. Я чувствую себя дешевкой. История восхождения знаменитой певицы, вошедшей в историю джазовой музыки. «Вальс для Моники». 8 марта в 23:05. Премьера на Еврокино.